В мобильной платформе iOS 9 впервые был реализован режим многооконности, который получил название Split View. На данный момент опция разделения экрана доступна лишь владельцам iPad Air 2, iPad Mini 4 и iPad Pro. Суть режима заключается в том, что пользователь может работать с двумя приложениями одновременно. Активировать опцию многооконности исключительно просто. Для этого необходимо выполнить несколько несложных действий. Поверните планшет в горизонтальную ориентацию. Откройте одно из приложений, в котором вы намереваетесь работать. Сделайте свайп от правой части дисплея к левой, захватывая рамку корпуса iPad. Появится панель с иконками приложений, которые поддерживают режим многооконности Split View. Выберите программу, которую вы будете использовать в правой части дисплея. Следует отметить, что далеко не все приложения поддерживают этот режим. По умолчанию выбранное приложение откроется поверх уже открытой программы. При этом нижнее приложение в этот момент будет неактивно. Однако, стоит коснуться ярлычка шторки разделителя или потянуть его влево, как активируется режим Split View, при котором возможна работа сразу в двух открытых приложениях. Настройте необходимые пропорции разделения экрана – 50 на 50 или 70 на 30. Для возвращения к панели выбора приложений потяните за шторку, расположенную вверху окна программы, открытой справа.